Здравствуйте, дорогие друзья. Я Анатолий Семенов. И, как всегда, в это время в эфире программы «Город С». Но прежде всего поздравляю вас всех с праздниками, с началом череды этих майских великих праздников. Вам здоровья, счастья, процветания. Ну и о том же сегодня мы будем говорить и с моим уважаемым гостем, моим давним другом. Итак, в гостях у меня сегодня Михаил Морозов, заслуженный артист Республики Ингушетия, музыкант, поэт, композитор и так далее, и так далее. Мишенька, здравствуй, с праздниками. Здравствуйте, тоже. Очень рад. С наступающими и с наступившими уже. Сегодня большой отчет, у тебя такая большая отчетная передача. Вот, я рад тебя буду поздравлять. Давай начнем сначала с анонса. Начинаю с анонса. Значит, насколько я знаю, а ты комментирую. У нас прямо вот через несколько дней большой праздничный концерт. Рассказывай о нем, я показываю афишу. Итак, 7 мая. Так сложилось, что именно 7 мая так. У меня день рождения. Прям в канун Великой Победы, mm-hmm. Да еще этот год у нас весь посвящен 70-летию Победы. Поэтому, конечно, я с огромным удовольствием в родной Самаре решил сделать такой концерт. Родной публике. Родной публике, самой строгой и взыскательной публике, между прочим. И в этом концерте, конечно, в первую очередь я хотел бы, чтобы прозвучали песни самые лучшие из моего репертуара, которые уже полюбили мои постоянные слушатели. И, конечно, будет много нового. Безусловно, это и песни военных лет, и мировые шлягеры, и песни под гитару. И я всех с удовольствием, уважаемые телезрители, приглашаю. И тебя, конечно, Толь, я могу даже не просто пригласить, а сразу по горячим следам вручить тебе билета на сразу, свой концерт. Сразу же и похвалюсь. Спасибо. Обязательно буду. Показываю. Ну, очень, очень приятно. Я, конечно, буду. Я на многих концертах твоих, ты знаешь, почти на всех твоих больших концертах бывал, тех, кто в Самаре, которые в Самаре проходили. Если ты помнишь, то каждый раз я стараюсь программу выстроить и с разными коллективами, и совершенно разного репертуара. И в этом будет году, в этом концерте, совершенно новый дуэт с замечательным пианистом Дмитрием Пиловым. Mm-hmm. Мы сделали очень интересную программу, и в первом отделении мы покажем фрагменты из этой программы, самые яркие номера. Ну, отлично. Итак, мы проанонсировали этот концерт. Итак, 7 мая сего года в Доме культуры железнодорожников. Дворец культуры железнодорожников. Дворец культуры, да, имени Пушкина. Итак, давай теперь к отчету. Вот здесь много наград присутствует на столе и за кадром даже. Значит, вот давай начнем. Ну, давай начнем вот с этого. Я показываю диплом на камеру. Ты комментируй, пожалуйста, что это и где, а потом мы покажем и видео с этого мероприятия. Конечно, с удовольствием расскажу. Это совсем недавно, в прошлом месяце буквально, в Центральном академическом театре Российской армии прошла большая презентация уже 11-го тома литературно-биографического альманаха «Персона России. Национальное достояние». Вот я понимаю, вот это, да? Показывают эту красоту. Этого издания выходит при поддержке правительства Москвы и пресс-службы администрации президента Российской Федерации. Вот прекрасно изданное, золотой обрез, шикарно иллюстрированное. Ну, фантастика. Да. Фантастика. И ты здесь, в этой книге. Конечно, я прямо там даже закладочка есть. И очень приятно, что в этом издании такие люди, такая компания, как Владимир Зельдин, к столетию его большая публикация о нем, академики, герои России. И вот совершенно неожиданно мне позвонили, для меня совершенно неожиданно, и сказали, что вот я вошел в 11-й том и стал заслуженным лауреатом, как называется, проекта «Персона России». Ну, давай покажем видео, фрагмент вот этой церемонии, смотрим. «Персона России. Национальное достояние». Заслуженный артист России Борис Михайлович Моисеев. Спасибо. Спасибо большое. Служу России.
президенту. Итак, еще раз тебя поздравляю и хочу вручить вот только что вышедший из печати номер журнала «Самара и губерния», с которым я имею честь плотно работать и писать для этого издания. Вот, сейчас покажу разворот с твоим материалом. Ну, со статьей, посвященной тебе, показываю. Приятно. Это, кажется, материал Юлии Галочкиной. Да, да, да. Только недавно я был у нее в эфире на радиопрограмме. Так, ну... Приятно пообщались. Пожалуйста. Спасибо большое. Почитай. Подарки о себе. Всегда. Это всегда приятно. Хорошо, с удовольствием. Ну, давай сейчас... давай сейчас посмотрим видео. Композиция, которая наверняка прозвучит на твоем концерте 7 мая, я уверен, потому что это такая культовая вещь. Заинтриговал. Какая же давай, это композиция? Да, не скажу. Смотрим, наслаждаемся. Война — это все приходящее, а музыка — вечно. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Смуглянка, молдаванка, отвечала парню так: партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Утром рано партизаны дом покинули родной, ждет меня дорога партизанам в лес пустой. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Будем жить, пехота. Кудрявый, да раз кудрявый резной. Ну, могил. Не могил, а могил. И смуглянка, молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, здравствуй, парень мой хороший, мой родной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
спасибо тебе за эту песню. Как давно это было. Да. Уверяю, что... Это юбилей. На новом концерте я спою, наверное, ее значительно интереснее. Нет, эту песню. Тут тоже хорошо. Давай продолжаем отчет. Отчетную передачу. Показываю на камеру диплом обладателя Гран-при. Мой сегодняшний гость Михаил Морозов рассказывает. Поясни, что это было, как это было? 9-й Московский международный фестиваль «Солдаты России», посвященный как раз 70-летию Великой Победы и также 26-летию вывода войск из Афганистана. Да. Было подано на этот конкурс свыше 400 заявок от участников. И по предварительному прослушиванию жюри по аудиозаписям отобрали 50 участников, исполнителей. Пригласили и меня. Вот, а дальше можно, кстати, посмотреть сюжет из одной из московских телекомпаний, где как там все будет рассказано. Смотрим сюжет из съемка московской телекомпании. В Центральном музее Великой Отечественной войны стартовал 9-й международный фестиваль патриотической песни, приуроченный к 70-летию Победы и 26-летию вывода войск из Афганистана. Приехали исполнители из самых отдаленных регионов, из Луганска, из Прибалтики, из Узбекистана и так далее, и так далее. Сегодня в Центральном концертном зале «Россия» состоится гала-концерт конкурсной программы, где примут участие победители этого конкурса и звезды российской эстрады. Иосиф Кобзон, Александр Серов, Николай Басков, группа Любэ и многие-многие другие. Добрый вечер, дорогие друзья. На правах постоянного ведущего этого фестиваля меня зовут Владимир Березин. Позвольте произнести слова, которые для всех его участников, для всех тех, кто участвовал, участвует и будет участвовать, имеет особое значение. Честь и слава всем тем, кто выполнил, достойно выполнил свой воинский долг. Честь и слава. Подходим к самому торжественному, к самому кульминационному моменту нашего фестиваля и его торжественной церемонии. И через несколько мгновений мы узнаем имя человека, который стал обладателем Гран-при. Внимание, это Михаил Морозов, город Самара. Очень домашняя, очень дружеская и, тем не менее, торжественная минута награждения обладателя Гран-при 9-го Московского международного фестиваля афганской песни «Солдаты России». Это Михаил Морозов, город Самара. Ну, очень торжественная церемония, это видно. А, пару слов прокомментируй то, что увидели телезрители. Самое главное, я хотел бы сказать, что победителем я стал с песней моего очень хорошего, давнего знакомого, начальника Самарского областного госпиталя для ветеранов войн, обладателя, кстати, и литературной премии имени Михаила Афанасьевича Булгакова, а также профессора Олега Григорьевича Яковлева. И вот его песня. Сегодня, немножко забегая вперед, мы даже сможем посмотреть, наверное, клип. Да, сегодня будет премьера, официальная премьера клипа. Сегодня будет. Мы интригуем. А, Мишенька, а вот я увидел там в кадре огромный такой кубок шикарный. Мы его покажем телезрителям сейчас, найдем возможность показать его телезрителям. Он, наверное, килограмм 12-15 весит. Да, я, честно говоря, еле его удержал, когда председатель жюри говорил свою долгую речь. Он был, этот кубок у меня в руках, в другой руке, как вы видели, диплом. И я так почувствовал, что не зря я занимаюсь физкультурой. Ну вот, я думаю, что не зря занимаешься не только физкультурой, но и музыкой. И держишь нелегкую тоже гитару. Не зря держишь, да? Не зря держу. Дарим, как рояль в дарим, кустах. Дарим, рояль. Пусть не рояль, но песня. Ну, конечно, так как в преддверии Великой Победы, хотелось бы спеть одну из красивых песен Валерия
Пака. Итак, праздничный подарок Михаилу Морозову. Я один лежу во все на ничейной полосе, на ничейной полосе. Глухо бухают зенитки, звездный движется патруль, и летят цветные нитки от трассирующих пуль. А кругом поля без края, за снарядом бьет снаряд. Звезды в поле, помирая, что-то тихо говорят. День прошел, а я во все на ничейной полосе, на ничейной полосе. Встать хочу, а не встается, рана гнет меня к земле. Днем меня стреляло солнце, сырость жгла меня во мгле. Не озерный, не ручейный, не погибший, а живой. Отчего же я ничейный, я же ранен, я же свой. Все один лежу во все на ничейной полосе, на ничейной полосе. А потом, собрав все силы, превозмог себя как мог и пополз к тебе, Россия, на разрывы. Но дымок мне теперь вовек не сбиться. Вот она, любовь моя, не ничейная землица. Своя земля, своя, мне теперь вовек не сбиться. Вот она, любовь моя, не ничейная землица. Своя земля, своя. Ну, спасибо огромное. Не хлопаю только потому, что будет в микрофоны. Неправильно это поймут. Овации меня не отвлекают. Ну, овации будут 7 мая. Я напоминаю, концерт, юбилейный концерт Михаила Морозова в ДКЖ имени Пушкина. Самара, Россия. Сейчас мы покажем фрагмент концерта, другого юбилейного концерта. Угу. Ты был слегка помоложе, но тем не менее тематика была такая вот тоже майская, посвященная победе. Конечно, у меня уже сложилась традиция делать концерты в родном городе именно в день рождения, в преддверии Великой Победы. И, конечно, угу, какую-то часть значительного концерта я уделяю моим любимым песням военных лет. Ну, давай подарим фрагмент этот. С удовольствием. Великолепная песня. Кто может, подпевайте. Завтра-завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. 4-й год, нам нет житья от этих фрицев.
четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Итак, прозвучала бессмертная композиция Михаила Ножкина в исполнении Михаила Морозова. Пару слов о том, что ты думаешь, вот, на самом деле, конечно, это одна из самых таких трогательных песен. Я всегда посвящаю ее всем мамам. И, конечно, и в первую очередь и своей маме, которая часто бывает на моих концертах. Твои, да. Кстати, вот недавно я прочитал фразу великого русского мыслителя Ивана Ильина: «Жить надо ради того, за что можно умереть». Я думаю, у каждого из нас есть такие близкие люди, за которых при надобности не жаль отдать свою жизнь. Угу. Я думаю, это и есть настоящий патриотизм. Да. Сегодня. И вот, по-моему, тема патриотизма звучит в новом клипе, который мы уже сегодня, о котором сказали, но который сейчас впервые, да, как раз на песню, российская премьера будет. Заявлена в 9-м Московском международном фестивале «Солдаты России» на стихи Олега Григорьевича Яковлева, врача, геронтолога, которому лучше всего, наверное, известны проблемы наших ветеранов. Как же мало осталось вас, дорогие мои ветераны. Кто помог тебе сделать эту великолепную работу? Да мне, в общем-то, мало кто когда помогает. Ты же знаешь, что я обычно всегда полагаюсь только на свои силы. Но помогают, тем не менее. Помогают, да. В первую очередь, конечно, помогают мои друзья. И вот что касается клипа, уже такой наш тандем с Дмитрием Ионовым, который мы сняли несколько фильмов, несколько клипов, и с удовольствием представляем и новую работу. Итак, мы дарим вам самую-самую новейшую работу, только со Стапелейка, «Корабль большой», я думаю, у нее большое будущее этой композиции, и клип просто великолепен. Наслаждаемся, смотрим. Это подарок всем ветеранам к Дню Победы. Да вообще всем нам, всем вам. Смотрим. Как же мало осталось вас, дорогие мои ветераны. За столом с вами вспомним сейчас ваши подвиги, все ваши раны. За погибших в боях и за тех, кто в живущих остался до ныне. Мы наполним и выпьем за всех, еще за победу поднимем.
Собрались за столом и опять об одном всю войну вспоминают. Собрались за столом и опять об одном всю войну вспоминают. День победы слеза по щеке, победитель седым стал героем. Нету сил уже больше в руке, но со смертью еще мы поспорим. Чем же долг вам вернуть сполна? Вы за мир заплатили судьбою, искалечила жизнь и война. И покрыла виски сединою. Собрались за столом и опять об одном всю войну вспоминают. Собрались за столом и опять об одном всю войну вспоминают. Жизнь смогли бы достойно пройти, но нежданная старость настала. Ветераны большого пути, как осталось вас мало, как мало. Собрались за столом и опять об одном всю войну вспоминают. Собрались за столом и опять об одном всю войну вспоминают. Итак, это была российская премьера нового клипа Михаила Морозова. Напоминаем, что 7 мая вы эту песню также можете услышать на его концерте в ДКЖ имени Пушкина. Что еще имеешь сказать? Я хотел бы сказать, что не случайно вот эта песня на стихи начальника госпиталя Олега Яковлева. Действительно, со всем коллективом госпиталя меня связывает уже давняя-давняя дружба. Я уже много лет являюсь членом попечительского совета госпиталя и регулярно даю благотворительные концерты. И сейчас, в канун 70-летия Великой Победы, я сделаю несколько концертов не только для ветеранов, но и, конечно, для наших уважаемых врачей, которые так заботятся о наших стариках. Ну, отлично. А где это будет проходить? В госпитале ветеранов. В госпитале ветеранов. И, как раз, конечно, да? Безусловно, в Самаре будет много концертов с моим участием и симфоническим оркестром. И в первую очередь, конечно, мой сольный концерт, куда я снова всех приглашаю. Ну да. Итак, вот мы завершаем, к сожалению, завершаем сегодняшний предпраздничный и праздничный эфир. Я поздравляю, Миша сейчас скажет свои слова. Я поздравляю всех с наступающим праздником Днем Победы. Поздравляю с наступлением Победного мая. Всем здоровья, счастья, процветания. И слушайте хорошую музыку, нашу русскую советскую музыку, которая повествует о вечном, о любви, о верности, о родине. Миш, присоединяйся к моим словам. На самом деле, я с огромным удовольствием всех поздравляю. Для меня патриотизм не пустой звук. Мои бабушка и дедушка были фронтовиками. Мы столько в детстве посмотрели фильмов, замечательных советских фильмов, столько прочитали книг о войне, что, мне кажется, мы настолько это прочувствовали и пропустили через себя, что хотелось бы вот сегодня то, что у меня накопилось, рассказать вам. Поэтому на всех моих концертах, где я исполняю песни военных лет, я надеюсь, мы почувствуем этот Итак, дух победы. Всех еще раз поздравляем. Это был Михаил Морозов и Анатолий Семенов. Всех с праздниками. До встречи в эфире. До новых встреч.